Сегодня я буду готовить нашего клиента, который сейчас в данный момент находится в Тихуана. Зовут его Рашид. Он приехал из Кыргызстана. Месяц мы с ним готовились, собирали доказательную базу. В данный момент он уже шестой день находится в Тихуана. Его туда привез Карлос. Оставил его там, поехал за другими ребятами. Ну вот сейчас мы с ним выйдем на связь и посмотрим, какие у него общие впечатления о Тихуане. Ну и вообще, наверное, он сможет поделиться опытом, который вы сможете использовать для себя, в том числе и по эмиграции через Тихуану. Расстояние между нами 15 тысяч километров. Алло, Рашид. Да, иди. Сейчас перед тем, как мы с вами начнем, общие вопросы, там, 10-15 минут позадаю. А вы из Кыргызстана откуда? Я из Таласа, Таласской области. Начал, да, вот искать в интернете разные варианты, как можно добраться быстрее. И вас нашел вот по интернету, что там из Бишкека там многие, уже почти половина Бишкека уехал. Подготовка кейса, подготовка доказательной базы, сколько по времени заняла? Так, я вот обращался 15 января, угу. Потом 17 уже мы заключили контракт. Угу. И вот сегодня уже какое число, уже почти 20-е. Месяц. Да? 20-е, да, почти месяц уже прошло. Сколько получилось гостиница? $50 один день, только один день мы были. Второй день уже мы прилетели, это в Тихуану. В Тихуану вы сейчас живете в доме у нашего американца. Как вам понравилось? Да, очень хороший дом, все классно. Еще район тоже хороший здесь. Как вообще общее впечатление от Тихуана? Безопасность? Мы нормально чувствую себя. Я не боюсь здесь, что я не думаю, что здесь опасно. По ценам, как магазины там и так далее? По ценам чуть-чуть разница есть. Вот сравнительно с Бишкеком, вот я сравнивал, да, где-то сколько вот мяса, например. Угу. Это на 50-100 сом разница, у нас дешевле, еще вкуснее. По ценам не так уж там, в основном фрукты очень дешевые здесь. Ага. Собирались на такси из аэропорта. Сколько обошлось такси до дома? Такси я заплатил 250 песо. 250 песо это где-то... 500 дал. Ага. Мне сдачу 250 дали. Чуть больше $10, да? Да, получается так. Спасибо Илье, спасибо Карлосу за то, что они меня